Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моей волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.
Эту молитву оптинских старцев я открыл для себя совершенно неожиданно, в очень трудный и скорбный период моей жизни. Вера моя была очень и очень слабой. Я почти что не верил в вечность, а если и догадывался о ней, то пытался проникнуть в нее нелегальным путем, без труда и аскезы, без подвига над самим собой. Душа моя яростно и самозабвенно устремлялась в область неподлинного, пустого, загримированного под жизнь. Вдохновение, жертва, любовь, бескорыстность были мною списаны на берег и стали экспонатами музея, канувших в прошлое, вызывающих лишь усмешку идеалов. Единственной ценностью моего мира, где богом для человека становится рулетка, комфорт и мгновенное наслаждение, было мое собственное «я», разросшееся до гигантских пределов и заслонившее собою, как раковую опухолью, небо, истину, смысл, бессмертие. Пустота, уныние, тупик, скука. И вдруг эта молитва, ее проникновенные слова, ее смиренный радостный дух, как огонь, как возрождающая мощная сила, как букет только что срезанных, свежих, прекрасно пахнущих роз. Эта удивительная молитва подняла меня из калеченного духовно, потерявшего все жизненные ориентиры, и вдохнула желание поиска Бога. С тех пор она всегда со мной, в моем сердце, уже много лет, и каждый новый день открывается ее небесными словами. Прошлую жизнь необходимо не только исправить, ее нужно еще и оплакать. Ведь страшно не просто совершить грех, страшно вовремя не признать свою ошибку. Глубоко почувствовать вечность можно лишь тогда, если каждую минуту жизни мы научимся переживать как последнюю. Наверное, поэтому и появилась в моей жизни потом и сама благословенная Оптина. Молитва старцев стала таинственным покаянным мостом между Оптиной и моим сердцем. Память ноет, как старая язва, сколько шрамов от прожитых лет, как огонь на слезинках алмазных отражается в вечности свет. Жизни дни, узелки на четках, друг за другом бегут в небеса. Дребезжит в мираже горизонта смерть, как взлетная полоса. Снова март, непослушный и разный, то метель, то улыбки весны. Ветер прошлого, резкий и страстный, разбросал беспокойные сны.
Память ноет, как старая язва. Дать за все нужно будет ответ. На последних снежинках алмазных отпечатался вечности след. Наконец-то я своими глазами увидел то, о чем писал Константин Леонтьев еще в XIX веке. Здесь можно познакомиться с людьми всякого рода, начиная от сановников и придворных, до иродивых и калек перехожих. Только, разумеется, надо пожить, а не мелькнуть на недельку. Здесь жизнь несравненно полнее, разнообразнее и поучительнее, чем жизнь в столичном кругу. В Оптиной, если взять ее с богомольцами как знатными, так и простыми, видишь в сокращении целую Россию и понимаешь, как она богата. Оптина – это хорошая жизнь в современности. Здесь, у мощей преподобных, прославленных старцев, я почувствовал, что только покаяние, молитва и благодать Божия могут очистить наше окаянное сердце, что невозможно спрятаться от Бога и от самого себя, и что на все святая воля Его. Господь хочет, чтобы человек был включен в настоящую, глубокую, светлую, невыразимо прекрасную жизнь, которая начинается уже здесь и простирается в вечность.
окунувшись с головой в скучную и сонную земную сытость, пытаясь обмануть время, человек сам добровольно исключает себя из жизни. Поэтому, падая и вставая вновь, разбивая в кровь колено своего сердца, мы призваны всю свою жизнь учиться. Учиться верить. Учиться никого не смущать и не огорчать. Учиться радоваться. И главное, учиться любить. Ведь любовь — это то, чего всегда так мало в любом из нас. Камень, брошенный в сердце ближнего, каждое безжалостное злое слово. Вместо рыбы поданная змея, насмешка или циничный взгляд. В чашу роскошную влитый яд, жизнь без любви, без мира, без неба. Жизнь, в которой не все переболело. Жизнь, растраченная как зря. Часто вспоминаю впечатление Гоголя, посетившего тихую Оптинскую пристань и описавшего ее чудную благодатную атмосферу. Я заезжал в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминания. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать, видимо, там царствует. Это слышится в самом наружном служении. Нигде я не видел таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет. Их лица сказывали сами все. Самые служки поразили меня светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения. Самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители,
уже слышишь ее благоухание. Все становится приветливее, поклоны ниже и участие к человеку больше. Действительно, это так. Оптина и сейчас для меня нескончаемый гимн. Небесная поэзия. Место, где каждый новый день, каждая неожиданная встреча — это таинственная дверь, которой в нас входит Христос. Здесь пересекаются тысячи судеб. Здесь уродство, безумие, многочисленные маски, которые надевает на себя человек, мгновенно слетают, и обнажается то чистое, детское, истинное, светлое, которое живет в каждом из нас. Один мудрец сказал, что никто не уверует в Бога до тех пор, пока не встретит на своем жизненном пути человека, на лице которого увидит сияние вечной жизни. Сколько таких людей я повстречал в Оптиной, и монахов, и мирян. О каждой судьбе можно было бы написать целую поэму, создать симфонию или яркой палитрой написать чей-то портрет. Но я умею только фотографировать, и объектив моей камеры — это моя кисточка. Мои музыкальные струны, ноты, звуки и скромные краски. Я много фотографировал и видел разные лица. Скорбные, строгие, веселые, чем-то неожиданно удивленные, плачущие от радости, задумчивые, как утренние облака. Но ни разу я не видел лица некрасивого. На каждом блистание небесной славы, и в любых глазах свет невечерней божественной чистоты. Бывает лицо прозрачное, как древняя икона, и за пронзительностью глаз на нем тихо проступает глубина и святость. А есть лица, как стремительные реки. За минуту столько изменений, водовороты, волны, бурное течение, солнце, рассвет, свежая роса, чистые страницы — это лица детей. Лики стариков — это голые осенние деревья. Вот-вот
упадет последний листок, и душа оденется в белоснежную одежду вечности. А вообще Оптина для меня — это целая страна, явление, космос. Это какой-то особенный проникновенный язык, живой, трепещущий, удивительный, тонко настроенный организм. Здесь каждый монах, как бесстрашный, неутомимый и добрый воин, и оружие его — смирение и молитва. А всякий приезжающий богомолец — это неутомимый купец, ищущий добрых жемчужин. Оптина — это все мы. Здесь нет человека чужого или лишнего. И каждый находит для себя в оптинском кладезе что-то личное, сокровенное, очень нужное для его души. Какая радость при свидании с тобой, благословенный скит! Здесь все с неудержимой силой со мной о Боге говорит. Смиренные хибарки старцев, величественный древний храм, как драгоценное лекарство, снимает боль от старых ран. Я будто бы не уезжал отсюда, нося в душе ту благодать, которая, как ласковое чудо, везде
не уставала помогать. Тут пруд заросший, кладбище скитское, ночной неспешный благовест. Здесь от ненужного, мирского, спасет, как щит, непроходимый лес. Таинственно в скитском лесу, светло, отрадно, что снова в Оптиной, я несказанно рад. Душа пусть обретет здесь царство, небесный сладкий Вертоград. Оптина – это благословенный камертон, по которому можно настроить свою душу, настроить на любовь, на молитву, на доверие промыслу Божию. Очень часто, когда на душе моей трудно и скорбно, когда я вдалеке от любимой обители, вспоминаю слова святителя Игнатия: «Благословенная Оптина не выходит из моей памяти. Приглянулась она мне, и скит с его вдохновенной тишиной». Приглянулась и полюбилась она и мне, паломнику 21 века. Это тихая, гостеприимная, добродушная молитвенная обитель, в которой ощущаешь, что тебе искренне рады и что ты по-настоящему нужен.
раз я бывал здесь и всегда увозил в своем сердце что-то новое, глубокое и очень нужное для моей души. Константин Леонтьев, когда писал, что в Оптиной видишь в сокращении целую Россию и понимаешь, как она богата. Но чтобы понять это, надо пожить в Оптиной, а не мелькнуть на недельку. И дай Бог, чтобы каждое утро, где бы я ни оказался, в сердце моем звучали слова молитвы оптинских старцев. Она открыла мне Оптину. Она всегда напоминает мне о главном, что нужно молиться и верить, терпеть, прощать и любить. Пусть проведет она меня по всем закоулкам жизни, укрепит, наставит, вдохновит и не даст забыть, что все ниспослано Богом.